Поздравляю вас от всей души с праздником Отечества, Днем русского языка. 214 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин, создатель великих художественных образов и современного русского литературного языка. Сегодня и в России, и в мире отмечается День русского языка. По этому случаю в Институте филологии и искусств КФУ прошло награждение победителей Олимпиады по русскому языку и торжественная защита выпускных квалификационных работ студентов отделения русской филологии. В течение года мы проводили целый цикл мероприятий, посвященных русскому языку. Это конкурс диктантов сочинений, олимпиады и Кирилло-Мефодиевские чтения. Эти мероприятия проводились на всех факультетах, где работают наши преподаватели, читают курс русского языка и культуры речи. И знаменательно то, что очень активно все студенты на всех факультетах принимали участие в этих мероприятиях. И вот сегодня мы награждали победителей Олимпиады по русскому языку.